начале осени 1941 года разведывательное управление Генерального штаба Красной Армии получило шифровку. Резидент под псевдонимом Рамзай сообщал, что императорская Япония от нападения на нашу страну воздержится. Образ бойца невидимого фронта в сознании советских обывателей формировался фильмами «Подвиг разведчика», «Мертвый сезон», «Штирлиц», «Зорге», «Щит и меч». Профессионалы тихо посмеивались над киношными версиями, но раскрыть секреты профессии не имели права.